Здравствуйте, уважаемые телезрители, поклонники компьютерного искусства. Наши позывные «Гамовер» и «Бонус», и мы начинаем программу «От винта». Ясно, что с наступившей теплой погодой многие дети, а также так называемые подростки, ушли бесчинствовать на улицу. Так что теперь мы вещаем для немногочисленной, но очень серьезной аудитории. Так, позвольте, а это что такое? Это носовое украшение. Традиция. Позвольте, но она, кажется, не совсем одета. Так принято. Но в целом, это вполне благонравная девица. Ну что ж, будь по-вашему. Ну а нашу программу открывает сюжет об играх, где фигурируют вполне благонравные девицы. Всякому известно, что в мире компьютерных игр эротика, а то и что похуже, получила довольно широкое распространение. Существует целая серия эротических игр, иной раз весьма неприличных. А что говорить об интернет? Даже Конгресс США пытался предпринять ряд попыток, впрочем, неудачных, пресечь распространение порнографии по всемирной сети. А некоторые религиозные деятели угрожают проклясть интернет, только не могут решить, следует ли проклинать Пасайтова или же всю сеть целиком. Говорят, они даже написали специальную проклинающую программу, но она была по ошибке убита доктором Вебом. Самой привлекательной компьютерной дамой многие признают героиню игры Tomb Raider Лару Крофт. Она в качестве талисмана сопровождала группу U2 во время их турне. Разные издания проводили конкурсы на звание «Мисс Крофт». Неудивительно, что со временем появился вариант игры с названием «Nude Rider», то есть «Обнаженный бегун». Программа ничем не отличается от оригинала, кроме того, что Лара Крофт не одета.